Всем здорово, народ, с вами Варчик. Очередной видосик по World of Tanks с позициями, направлениями, сильными имбовыми. Это, в принципе, не от кого-то там подсмотренное. Это я сам своей логикой додумался, догадался, потому что это очень легко, понятно и очевидно, что если карта дисбалансная, а рыбацкая бухта дисбалансная, и находится она в таком состоянии уже давно, потому что разработчики молодцы, соответственно, с нижнего респа легче играть первую линию, левый фланг. С верхней базы играть сложнее это направление, поскольку, ну, такой вот рельеф тут намутили разработчики, что для нижней базы здесь все в разы легче. Легче подъехать, легче безопасно проехать. И когда доезжаешь, уже поджавшись под врагу, здесь очень легко светить от башни, танковать от башни, накидывать в центр по вражеским жопкам, играя от башенки. Все в разы легче. Это направление прям создано для того, чтобы нижний респ туда ехал, все убивал, светил, нагибал. Если враги вообще бросают это направление, то это прям подарок судьбы. Этот бой просто создан для вас. Вы можете в нем делать что угодно. Подсвечивать, накидывать урон в центр, накидывать урон перед собой, продавливать это направление, убивать арту, потому что она здесь вот впереди в ямке стоит. Потом заезжать в жопу вражеским тяжиком на базе или возвращаться к себе на базу, если там все плохо, и доводить бой до конца. У верхней базы такой возможности нет. Во-первых, когда ты едешь по этой канаве, по первой линии, тебя могут легко высветить, легко прострелить с обычных кустов, где все стоят кемперят. Еще и спереди могут тебе накидать. И проехав по этой канаве с верхней базы, ты просто доезжаешь до мельницы, становишься под нее и не можешь больше ничего. Ни вылезти, ни подлезть, ни проехать, ни поиграть от башни, ты ничего не можешь. В то время как для нижней базы мельница находится близко. И если что-то идет не так, ты уже сразу останавливаешься возле мельницы, стоишь и по возможности оттуда уезжаешь, поскольку если кто-то под тебя поджался, ты там весь бой так и простоишь, нечего там больше делать. А если вылезешь на врага, то тебе накидают кемпедрот из кустов, которые стоят у себя возле баски в кустик. С верхней базы вообще разыграть это направление практически нереально, неудобно. Мало того, что тяжело доехать, так еще и когда доезжаешь, там нечего ловить. С нижней базы все вообще наоборот. Ты сразу можешь понять, что все плохо, и даже не начинать ехать. Если все хорошо, никто тебе в лоб не едет. Ты можешь спокойно поджиматься вдоль канавы по правой стороне, сейвиться там, потом от башенки, от кустика с камешком подсвечивать всех. По твоему засвету будут накидывать, потому что все всегда сзади стоят в кустах и имперят. Сам можешь от башни выдавливать это направление. Еще и центр открыт полностью. Ты можешь в жопу накидывать. Там только один домик может засейвить врагов. Сказать, что это направление сбалансировано, ничего не сказать. Куда смотрят разработчики годами? Да никуда они не смотрят. С картами у них беда всегда. Ничего особо не меняется с годами. Так всегда было и, видимо, так всегда будет. Это же так сложно понять, что одно направление в разы сильнее для одной команды, чем для другой. Ты просто один раз попробуешь поджаться с верхнего респа, и ты поймешь, что туда ехать не надо. А вот с нижней базы ты прям захочешь туда ехать раз за разом. Но нужно помнить, на чем туда ехать. Быстрые танки с крепкой башней – самое то. Какие-нибудь ватные танки будет тяжело. Конечно, они, скорее всего, быстрые, они туда доедут, долетят. Но что они будут делать потом на своем ватном танке, сложно сказать. Максимум подсвечивать и накидывать по жопам в центр, если кто-то подставится и никто спереди не будет напрягать. На медленных танках можно и не доехать. Поэтому очевидно, что СТшки с крепкой башней и быстрые тяжи в самый раз подойдут для того, чтобы разыграть это направление. Играть рыбацкую бухту через город, ну такое себе. Там эти дурацкие кусты, все стоят, нюхают стенки. То едут, то не едут, никто не понимает, у кого преимущество, танкисты же не видят карты, не понимают, что если врагов больше, то не нужно ехать в атаку, а если врагов меньше, то можно и продавить город. В рандоме никто этого не понимает, поэтому там все время в городе полнейшая дичь. Стоять кемперить на центре, конечно, интересно, но бывает, колесники напрягают, арта,
А бывает, никто не поставляется и никто тебе не светит. Поэтому с нижней базы, если есть возможность, стоит попробовать по первой линии поджаться. В общем и целом, Рыбацкая бухта раньше как-то игралась поинтереснее. Там в центре было намного прикольнее, всякие рельефики, кустики, домики. Все как-то разыгрывалось так, что ты играл позиционочки какие-то, ты прям наигрывался этой картой и этим боем. Сейчас же карта сделана таким образом, что в городе люди стоят, ничего не понимают, постояли какое-то время, им надоело, не понимая, можно ехать вперед или нет, едут, и получается, что быстрый слив либо в одну сторону, либо в другую, либо они просто до конца боя стоят и ждут, когда им в жопу заедут и убьют. Центр стал менее приспособленным для выживания, там меньше танков может стать хорошо, чтобы не получать люлей каждый раз. Поэтому примерно через пару минут боя там на центре уже все с дырявыми губами. Ну и кемпедроты стоят на левом фланге, стоят в кустиках, смотрят вперед, ждут, когда кто-то что-то подсветит. В этом бою, который вы видите на фоне, враги стоят в кустах, им никто не светит совершенно, но они все равно стоят и смотрят вперед и не понимают, что им никто ничего не засветит. У них нет спереди танка. Таких танкистов, конечно, лучше в своей команде не видеть. Это отдельные какие-то личности, которые не играют в игру, а играют в прицел, заходят в него и стоят, смотрят, даже не пытаясь подумать, что нужно делать в бою. Вот в целом получается, что карта стала какая-то менее интересная, чем была раньше. С вами был Варчик, играть красиво, всем пока.